Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры «Мир танков» от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре колесная техника, новая ветка Великобритании, СТ-шка, проходная прокачиваемая ветка «Саладин». Прошу любить и жаловать. Вот, и прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под этим видео, подпишись на канал, если до сих пор это не сделал. Ну, а мы с вами начинаем. Обычно мы идем смотреть бронирование, да, коллижную модель. Ну, зачем нам это делать, когда мы это посмотрим здесь? Бронирование корпуса 32 спереди, бронирование башни 32. Соответственно, наш собственный фугас в 45 миллиметров бронепробития нас легко пробивает, и большое количество техники на 8 левеле на обычных фугасах нас будут рвать. Вот, а чего уж там говорить про ББ и голдовые снаряды. Поэтому брони нет, запомнили. Давайте глядеть, а что, собственно, у нас по пушкам. Значит, играть на стоке — это боль, хотя она и ДПМная, и все круто, но все-таки альфа нищая, да. При топовой тоже. Я вот буду делать обзор сразу по топовому орудию. Нас интересует, поскольку у нас танк 8 левела, зачем нам рассматривать 6 и 7, нет смысла никакого. Вот. Альфа 250, бронепробитие на основном 221, 255 на голде. Пушка уже заряжается, в отличие от предыдущих 6-х левелов, там 7-х и менее, да, 8 секунд, не 4, не 4,5, а 8. ДПМ чуть-чуть упал. Напоминаю, что на 5-6 левелах ДПМ 1900. И на 7 1900. У нас уже меньше, хотя это танк 8 левела. Это и есть проблема, по сути, этой машины лично для меня. Очень слабый ДПМ уже на 8 уровне. Это быстрая техника, без брони. И, на мой взгляд, она должна обладать более высоким ДПМ. То есть здесь было бы нормально, если был бы, там, не знаю, 6,5 секунд на стоке. И ДПМ был бы чуть-чуть больше 2000. Но, увы, у нас 1875. Вот, разброс, точность у нас прям реально хорошая. Комфортное время сведения. Вот, обязательно качайте топовую рацию, топовый двигатель и особенно топовую ходовую, потому что даже на топовой ходовой он на месте крайне, ну, посредственно, скажем так, крутится. Развернуться там, в движении резко повернуть — это вам не ЕБР. Касаемо полевой модернизации, что у нас у Саладина? Смотрим. Так, обязательно легкосплавные узлы крепления во втором блоке, в четвертом блоке настройка рычагов подвески, в пятом антибликовую маскировку фар. Вторым слотом лично я буду брать, когда буду качать разведку, потому что я на нем буду катать все-таки с просветленной оптикой. Да-да, типа ЛТСТ, который может и стрелять, и светить. По оборудованию турбина, просветленка, досол. Вот, здесь даже другой пока ничего не пробовал, ну и, честно говоря, сильно не вижу, что что-то нужно здесь менять. По снарядам основной у нас бронебойный летит 980, а вот голда под кол летит уже 1330, и это очень хорошо. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, три члена экипажа, перки вы наблюдаете перед собой в табличке. Вот, по плюсам пушки. У нее хорошая точность, и она быстро сводится. Быстрые снаряды на, особенно, голде, но маленькая альфа. Вот альфы сюда надо добавлять. У нас есть какие-никакие УВН. Минус 8, и это замечательно. Вот, по ХП 1200, и как среди СТ, вот, 8 левела, в принципе, ну, практически стандарт. По мобильности все у нас хорошо. У нас 65 вперед, 33 назад. А смысл игры на этой машине как раз вот здесь он кроется в следующем. У вас хорошая подвижность назад. Соответственно, выехали где-то из кустика, либо там, где можете засветиться, да. Дали шот и сразу назад откатились. И вам как раз вот эта подвижность назад, она позволяет. У нас почти 26 лошадей на тонну удельная мощность. По незаметности у нас все неплохо. 32%, и прошу запомнить это число для следующего обзора на девятке. Там будут уже приколы. Танк на самом деле не маленький. Он достаточно большой. Вот. И, ну, его габариты больше большинства танков средних. Вот. Он большой. Но все равно 32.
И обзор у нас 446 метров, и как для 8-го левела, и учитывая нашу подвижность, это достаточно неплохо. Вот, играя на просветленке, нам это будет позволять, в принципе, светить, учитывая незаметность нашу, подвижность, вот такой СТЛТ. Вот, ладно, предлагаю отправляться на Саладине в бой, давайте попробуем, на что, собственно, эта техника способна. Погнали. Так, господа, обзор боем средний. Танк Великобритании, колесник, 8-й левел, Саладин. Попали к девяткам и десяткам. Куда бы нам поехать? С горы как летит. СТБх там от башки будет играть. Такое. Скоро, видать, придется бежать отсюда. Пока не поздно, надо уходить.
Так, ЛТшку сбрили. Хорошая новость. Разобрались. На мягких лапках. Нашли Арту. Все. Аккуратненько. Танк крыса, так сказать. Где-то ПТМ он спрятался.
Дали ПТ ОМОНу. Все, преследуем врага. Ладно, суммы за светом у нас получилось 2 плюс косарь. Ну, почти 3К. Даже не почти. Да, 2900 суммы. Колесоид. А что нам за него можно сказать? Хорошая подвижность, все круто, но все-таки мне гусеничные больше нравятся. Пушки здесь на всех хорошие танки. Что на пятерке, что на шестерке, что на семерке, что на восьмерке. Единственная маленькая альфа. Вот вроде как на девятке меняется. Меняется по топовому орудию на следующем танке. Вот. Да. Ну, не самый лучший результат. Ребята, колесная техника, на мой взгляд, не каждому подойдет. Потому что на нем нужно крысить, ездить прям. Ну, у нас нет совсем брони. Вообще нету. И выбирать позиции на тот момент, что туговато поворачивается шасси. Не везде вы вовремя развернетесь, отъедете и прочее. Нужно очень внимательно играть на этой машине. Кто только качает ветку, я уже так проанализировал. Точнее, уже выкачал. Девятку, на ней прокатал очень много боев и выкачал даже десятку. И вот по девятке следующий обзор. Смотрите обязательно. Этому танку мы ставим 4 с минусом. 4 с минусом, потому что сложный аппарат в реализации. Вот, безусловно, сложный. Это и проблемы по бронепробитию в целом, да, на восьмом даже пускай уровне. Как мне кажется, при той альфе, что есть 250 и все такое. Вот. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайк, пишите свои комментарии, если выкачали и уже есть в ангаре, какое вы используете оборудование. Вот. Как по мне, сложная достаточно машина, но это мое мнение. Всем пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.